Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», это 10-й выпуск нашего сезона ТОТИ и именно сезона в рубрике «Форд ФИФА». Итак, у нас получилось уже, что все игроки, которых мы вылавливали с карточками ТОТИ, мы их добили почти. У нас остался всего лишь Нголо Канте, которому осталось поймать буквально 18 французов, и мы его получим. Ну а дальше мы будем уже смотреть, если после того, как мы получим и выполним ачивку за Канте и получим вот эти карточку, и за следующий выпуск нам не выпадет ни один игрок с карточкой ТОТИ, то мы будем уже увеличивать наше количество открытий в 2 раза, а потом в 3, до тех пор, пока не получим игрока. Ну и на той цифре умножения мы и остановимся, когда будем получать, до тех пор, пока снова у нас не будет застой. Ну а пока что у нас задача — это получить 18 французов и выполнить эту ачивку за Канте. Ну и в самом начале мы откроем 5 золотых игроков. Первый игрок. Снова Роналдо, да не тот. Нет. Нет, нет, нет. И последний золотой игрок. Нет. Ну что ж, друзья, пока что вот так вот выглядит наш состав. Уже есть 4 игрока из команды года. Именно уже с этими карточками. Ну, остался Нголо Канте, которому нужно добить эту ачивку. Ну и посмотрите, нам не хватает Марсела, Дехея. Также нам не хватает Варана, Мбаппе, Модрича, Криштиану Роналду и Кевина Де Брёйне. Будем там потом думать, скорее всего, у нас либо Канте, либо Де Брёйне уйдут из состава на скамейку запасных, потому что 12 игроков мы будем ловить, так что одному место все равно не найдут. Но для полной сыгранности нам все-таки подойдет именно, что Канте и Модрич будут в центре поля, нежели чем Де Брёйне. Ну а пока что мы переходим к первой игре Fortnite. Итак, занял я 66 место, пережил 34 соперника, и за это получаю 17 золотых игроков. Ну что же, за первую игру мы получаем 17 золотых игроков. Это мало, я могу сказать, по сравнению с тем, что у нас было. Но все-таки начнем. Первый золотой игрок. Нет, 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 нет. Друзья, и нам выпадает Криштиану Роналду. 94-й, это его самая обычная карточка. Нам осталось еще 5 единиц к рейтингу до его основной. Ну и вот такое давайте задание тогда для Криштиану Роналду. Поймать 50 игроков из серии А. И тогда мы все-таки сможем получить его ТОТИ карточку. Нет, 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 нет. Последний золотой игрок. Нет. Ну что ж, друзья, появился у нас новый игрок. Криштиану Роналду. И вот так вот за буквально 17 золотых игроков он нам выпал где-то на 6-м, на 7-м. Я сбился там немного со счету, но открыли мне все полностью 17. И выпадал нам Криштиану Роналду. Это второй у нас игрок, который может получить ТОТИ карточку 99, и остался еще Лука Модрич. Ну а пока что мы переходим ко второй игре Fortnite, чтобы выполнять ачивки за Криштиану Роналду и Нголо Канте. Так, занял я 24 место, пережил 76 соперников, за это получаю 38 золотых игроков. Ну что же, второй уже заход получился у нас более удачным. В 2 раза больше мы сейчас откроем игроков. 38. Итак, первый золотой игрок. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. И последний игрок. Нет. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Особенно можно поставить лайк за то, что мы поймали Криштиану Роналду. Так что болельщики и Глор Криштиану могут теперь возрадоваться. Потому что не только Лионель Месси нам выпал, но теперь и вместе он играет с Криштиану Роналду. С вами был Андрей и канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. До свидания.